Ребят, ну что, на днях записывал видео, где тут лежали куча мусора. Как вы видите, есть небольшой результат. Мусора нету, все чистенько. Но это только тут. Ступеньки в мусоре. Но здесь, по крайней мере, убрали, это уже радует. На ступеньках мусор лежит. Здесь все обосрано. Тут прям люди сделали общественный туалет уже себе. И здесь тоже мусор лежит. Вот там убрали, все остальное в мусоре. Но я вам скажу, что скорее всего это убирал не город, а убирали или Аркадия, или отельчик. А вот этот мусор их уже не касается. То есть они свой проход там убрали, вот эту дорогу, якобы за которую они арендовали, да, за который они отвечают. А уже вот эти ступеньки убирайте сами. Потому что если бы убирал город, мне кажется, убрали все. Вот такие дела.